есть ведь такие люди, которые никогда с мультиками не расстаются. Я больше скажу, они сами их создают на радость новому поколению. И это люди-мультипликаторы, с которыми я бы всегда хотела стать одним из них. Говорят, что профессия создателя мультиков очень простая, на самом деле это не так. Например, вот вы сейчас видите, это известный мультипликатор Марат Давлетшин. Он создатель таких мультиков, как «Белка и Стрелка», «Смешарики», «Приключения Аленушки и Еремы» и других. В основном это 3D-мультфильмы, но бывает и что это в старой доброй рисовке. Он говорил так: «Работа аниматора кропотлива в любой технике исполнения. Как и актеру в кино, сначала надо понять мысли и характер персонажа, настроение в отдельно взятой сцене. Потом идет долгий процесс планирования сцены, где ты пытаешься найти основные позы персонажа, правильно передающие эту сцену. А затем художник, в зависимости от техники работы, садится или за компьютер и, используя информационные технологии, начинает работать над мультфильмом, или же берет кальку и карандаш, в стиле старой доброй рисовки делает анимацию. А так за 20 примерно за месяц можно сделать всего 20-60 секунд нормальной качественной анимации. Все зависит от сложности. Для меня же вся эта работа, мультфильмы, это не просто посмотрел и забыл. Для меня это нечто большее, ведь художники вкладывают свою душу в это все, они стараются донести до нас что-то, стараются показать нам что-то новое и интересное. И я уважаю их труд, и я бы хотела когда-нибудь стать одной из них. И я делаю все, чтобы хотя бы немного приблизиться к своей мечте. Сейчас появляются очень многие стили анимации, это 3D-анимация в основном. Она сейчас очень популярна, считается, это один из самых популярных стилей. Но я все же увлекаюсь старой доброй прорисовкой, какая появилась 137 лет назад, в 1877 году. Это был старый добрый способ покадровки, когда все рисовалось по кадрам. Эта тема мне наиболее близка. Что я еще хотела сказать по этому поводу? В основном я пользуюсь интернет-программами, рисую уже 2,5 года, с 2012 года. В основном это мои работы на графическом планшете. И больше всего я так люблю программу Paint Tool Sai. Она мне знакомая, такая очень близкая. Это была моя самая первая программа. Хотя я и пробовала рисовать там в таких программах, как TuxPaint, Photoshop. Вот Photoshop CS5 я пробовала там анимировать, я пробовала анимировать во флеше. Но я планирую попробовать еще как можно больше найти инструментов и не останавливаться на достигнутом. У меня было очень много проектов, связанных с этим. Ну, основным примером является, наверное, вот этот выпуск газеты «Наше время», когда под Новый год у нас проводился конкурс на работу как поздравление читателям газеты. Я же выбрала такую, как сказать, анимационный вид, и все рисовали.